Мощный взрыв сотрясает окрестности. Огромные валуны разлетаются на сотни метров. Российские военные инженеры подорвали около 1,5 тонн взрывчатки, чтобы уничтожить пещеру, в которой располагался командный пункт боевиков оппозиционной группировки «Армия гордости», ближайшего сторонника запрещенной в России Джибхат ан-Нусры. Командный пункт боевиков расположился неподалеку от города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Эту территорию они заняли с самого начала войны, а активно строить подземные укрепления стали после начала российской операции в Сирии. Многометровые каменные своды – единственное, что могло спасти от ударов наших ВКС. Многометровые коридоры разветвляются на десятки помещений. Общая площадь пещеры не меньше 1000 квадратных метров. Явно работы выполнялись с помощью строительной тяжелой техники. Ну а всю грязную работу, как это принято у радикалов, делали с помощью рабского труда. Боевики рассчитывали укрываться в этой пещере годами. Здесь располагались склады боеприпасов и продовольствия, центр управления и спальные места для личного состава. Есть туалеты, кухня и система вентиляции. Покинуть подземную цитадель их заставило стремительное наступление сирийской армии при поддержке российской авиации. Но отступая, радикалы успели заминировать свой командный пункт, оставляя весьма хитроумные ловушки. Один из сирийских солдат погиб, активировав мину, нажав на выключатель в стене. Чтобы полностью очистить только эту пещеру, понадобился не один месяц опасного труда. Одной из основных задач сирийской армии, ежедневных подразделений сирийской армии, является уничтожение подземных коммуникаций, незаконно вооруженных формирований. Именно в этом районе, буквально через каждые 600 метров, примерно вот такой подземная коммуникация, такая пещера. Идлибская зона деэскалации – последний оплот боевиков, находится всего в нескольких десятках километров. И уничтожение таких пещер не позволит радикалам использовать подземные укрытия для ведения партизанской войны. Алексей Алексеев, Никита Дубровин, телеканал «Звезда», провинция Идлиб, Сирия.